Поезд в адрес. Выключите этот свет. Это... Выключите. Да-да. Я а то свет. Из-за этого все цвета. Только прорабатывается. Так, значит, прежде всего, спасибо организаторам. Значит, я уже на этой школе был второй раз. И сейчас уже в прошлый раз я читал здесь лекции по интрубитере, вот, по дисциплине и закончил. В прошлый раз я действительно читал лекции по темной материи, по темной энергии. Ну, а сейчас я избавил немножко об действительности и сильно интрубитиву. Но и другой, другой, что я скажу. Это значит, такой с чисто теоретической точки зрения, это квантовая теория легких полей, я потом уточню, что имеется в виду под словом легкий, в простейшем искривленном, как сказать, в времени, так сказать, следующий ну, по сложности после полского пространства времени, после пространства времени Минковского, это пространство Десятка. Оно, хотя и, я сказал, следующее по сложности, но оно столь же симметричное. Оно, как и пространство Минковского, имеет 10 доминаторов симметрии. Так что в смысле симметрии оно столь же симметричное. Это в действительности термин, это в действительности гипербатоид в четырех эвклидовом пространстве в изгибе. Ну, да, значит, план моих лекций будет такой. Вот, значит, я действительно сказал пространство времени десятков, поскольку вы все-таки специалист, как говорится, немножко в другой области. Я, естественно, расскажу о том, что такое пространство времени Деситтера, а потом я, действительно, объясню, почему это интересно, почему изучать квантовую теорию полей пространства Деситтера очень интересно, и не только чисто академической, чисто теоретической точки зрения, а и из-за непосредственно практических приложений. И причина та, что как вы увидите, по современным представлениям Вселенная через подобную стадию проходила и проходит уже и второй раз. Вот мы, значит, опять-таки, у меня название доклада «Некоторые противные эффекты». Ну, естественно, чтобы до некоторых противных нужно начать из перторбазированных, то, что следует из теории возбуждения, а потом я расскажу, как говорится, что в действительности приходится за рамки непритурбативного подхода выходить. И мы в действительности, вот если говорить в терминах не коррекционных, а в терминах вот, обычной квантовой теории, это режим сильного рождения частиц, то есть режим близкий к тому, что был бы в сверхкритическом электрическом поле. Но тут есть некая специфика, и вот то есть оказывается, что то, чего нельзя делать в пространстве времени Минковского, оказывается, по некоторым причинам можно делать в пространстве времени Деситтера. Поэтому вот этот самый метод, оказывается, что вот та задача, которая очень трудная, ее практически можно решать только частично в пространстве времени Минковского, это вот, так сказать, каждый ухождение пар в сильном электрическом поле с учетом их обратного изближения на арифметрику. И здесь это решить можно, вот пользуясь вот этим самым и подходом. Ну и вот, и в качестве было приложение, здесь это в качестве такого, опять же, самого простого, и то, самого близкого к классической теории поля, это вот, значит, теория массивного взаимодействующего скалярного по полю во внешнем пространстве, в внешнем метке Деситтера, но более интересно имеет непосредственно буквально отношение к конкретным данным, это, так сказать, уже инфляция, так сказать, это уже когда и это ситуация, где нужно учитывать, так сказать, обратное влияние на этот
частиц клавиатуры. Вот. И в частности, я как раз не очень буду останавливаться на том, что это сделано 30 лет тому назад, и сейчас подтверждено наблюдение, поскольку это так как раз относится и к массивному вот, к режиму. А расскажу вам, вот, что можно сделать с помощью этого некогрупативного подхода. Вот, ну хорошо, теперь значит давайте начнемся, что такое пространство времени. Это значит пространство времени постоянной кривизны. Ну, а математическое определение, что значит пространство времени постоянной кривизны, и что его, ну, значит, я все-таки, так сказать, буду считать, что вы этот самый, скажем там, теорию поля движется и знаете, так сказать, что у вас есть определенное пространство времени, что оно описывается метрикой, по метрике становится некой невероятной конструкцией, которая называется кривизны Рипа. И вообще-то говоря, она строится из вторых производных метрики или из квадратов. При первых из сводок. Это вот такой четырехиндексный тензор. У Калтова так заметил, так сказать, напомню вам, что он антисимметричен по индексам альфа, бета и гамма, бета. И вообще-то говоря, он, так сказать, отсюда видно, что он никакого отношения к, так сказать, прямо алгебраически он никак с исходной метрикой не связан. Но пространство времени постоянно кривизны, оказывается, он связан, и однозначно, просто исходя из симметрии, из максимальной симметрии, он ни с чего другого, как из метрики, не может быть построен. И вот он однозначно выражается вот через такую комбинацию. Это опять же та комбинация, которая удовлетворяет силового симметрии. Ну хорошо, значит, теперь, значит, давайте от кривизны вернемся к более привычному нам к метрике пространства в третьей. Значит, да, вот что я думаю, действительно, если есть вопросы, давайте, поскольку у меня, так сказать, говорится, лекции, а не доклады, то давайте их спрашивать сходу, если, опять-таки, ну, так сказать, опять-таки, то есть некоторые вещи, которые мне могут казаться очевидными, так сказать, они могут позже возникать абсолютно не очевидными. Тогда да, давайте вы меня сходу спрашиваете. Значит, метрика. Вот именно поскольку пространство время такое симметричное, то его можно построить самыми разными метриками. Это вы знаете сами, как говорится, Луна, даже на более вам знакомом, как говорится, примере трехмерного открытого пространства, то вот есть и Декартова метрика красивая, есть и осисимметричная красивая, тоже есть и центрально симметричная. Ну вот, поэтому мне удивительно, что и пространство и сектор можно покрыть, можно на нем ввести разные метрики, и их в действительности существенно больше. И для разных задач бывает удобно пользоваться разными метриками. Но я из них выделил четыре основных, которые выделены вот чем. Первое – это их применение к космологии, а в космологии мы, как бы, тоже, я думаю, опять же, и полагаю, что вот, так сказать, слышали, вот есть модель Фридмана, ну и своего последователя потом, Фридмана Троберсона-Портера. Это расширяющаяся вселенная, которая имеет вот такую структуру, которая имеет структуру общую, что у вас в синхронной системе отсчета у вас есть ДТ-квадрате, то есть выбрана система координат, в которой коэффициент G 0,0 есть 1, а коэффициентов G 0 и процессных индекс нет. А вот что стоит тут, стоит некий масштабный фактор, который для метрики действительно имеет некое конкретное значение, а вообще для метрики Фридмана-Роберсона-Портера, если здесь бы стояла просто какая-то функция от t, умноженные на трехмерное пространство постоянной кривизны. А какие вы говорите трехмерное пространство постоянной кривизны? Первое, конечно, Евклидово, так сказать, трехмерное пространство, вот оно записано
центральной симметричной ординаты, потом вот омега в квадрате, потом это самое трехмерная сфера и трехмерное пространство и пространство и Лобачевского, значит, трехмерное пространство отрицательной кривизны. Вот, еще по другой терминологии это называется закрытой моделью Фридмана, это называется плоской моделью Фридмана, это называется открытой моделью Фридмана. Значит, вывод. Именно из-за симметрии метрики D, из-за такой высокой симметрии метрики D и Сиктора, она, в некотором смысле, допускает представление, не вообще в целом деле глобальное, а по крайней мере, для тех, кто куска, который может являться частным случаем всех трех видов фридманских моделей. И вот после зависимости от этого тут разные законы масштабного фактора. Вот тут вы видите гиперболический космос, тут вы видите экспонент, а тут вы видите гиперболический синус. Но а с другой стороны, оно, как говорится, допускает и статическое. Оказывается, ее можно записать в том виде, где она, так сказать, формально вы видите за трещину только октет. То есть она, так сказать, ее можно представить как часть вид статической метрики. Ну, значит, действительно, нужно, так сказать, понимать, что не все эти метрики покрывают все пространство. Все пространство в Лагрине. Действительно, покрывает все пространство в Лагрине вот так вот. Это метрика. Вот. Но нам это действительно будет не важно, в дальнейшем, поскольку не очень будем интересоваться, что происходит во всем глобальном D-сетре, а будем интересоваться только тем, что происходит в некоторые, ну не слишком так, скажем так, не слишком большими кусками. И причина этого следующая. Я дальше буду. Теперь, если вы посмотрите на синтегенерацию выступки вероятности от статической задачи как и динамической, то есть мы будем сейчас будем обсуждать эти три метрики. Значит, вот иначе напомню, что вот эти индексы, значит, вот индекс Си, значит, что просто индекс Си здесь и здесь, просто это значит от слова close, что это метрика за частный случай закрытого фридманского мира. Вот тут это буква О, это значит open, это частный случай открытого мира. Ну а это, так сказать, это случай пространственная кривизна отсутствует. Ну вот, значит, за включение первое. Вы видите, значит, T C и TO. Стремящиеся и бесконечности одна и та же, а именно экспонента. Вот это да, помните на и будущее. То есть он при достаточно больших и временах эта метрика соответствует масштабному фактору, который расширяется экспоненциально. Вот. И, кстати, по этому, значит, с вами, так сказать, предложил слово «кинерация», где действительно необходимо потом, так сказать, это самое, рассказывали специалисты уже по, так сказать, вот, экономической теории, что они употребляют слово «инфляция» в этом же смысле, когда, скажем, относительный рост цен есть константы, то есть и логарифмическая про исходный масштабного фактора стремится к константе. А ситуацию, когда относительный рост уменьшается, называется субинфляция, а когда он растет, называется гиперинфляция. И, кстати, и мы, неинтересно, что и мы и используем он в точности такой же. Теперь именно вот. Так вот,
Очень важное вот для будущего еще будет следующее издвойство. Значит, вот давайте возьмем в процессе Милковского две достаточно, ну, так сказать, достаточно удаленные точки и посмотрим, что происходит с их световыми голосами и будущего. Опять такой. Они всегда, значит, сколько бы эти точки не были друг от друга удалены, эти конусы всегда в будущем и пересекутся. То есть это значит, что две любые точки рано или поздно окажутся в области включенной святости. Так вот, касается замечательное свойство касаться до истектора, именно вот связанные с тем, что так, как говорится, что это есть искренние пространства, их там уже постоянно кривится, что это не так. Значит, если две точки находятся, на, и это связано с тем, значит, чтобы это решить, достаточно просто, вам нужно рассмотреть, как распространяется и свет в этой метрике, а он, напомню, распространяется по изотропной, изотропная кривая это кривая, на которой интервал, или, можно сказать, ну, бесконечно и малый элемент интервала обращается в нуль. Ну вот, значит, тогда легко проверить, я вам, так сказать, оставляю в качестве упражнения, что необходимым критерием для того, чтобы, как я сказал, любые две точки оказались бы причина с неизвестными, является следующее, что вот такой интеграл, ДТ на масштабный фактор фридманской модели, он бы у вас и на бесконечность либо перескакивался. Вот если этот интеграл на верхнем пределе расходится, то у вас, так сказать, есть рано или поздно все точки окажутся друг с другом путина связи. Ну а тут очевидно, что из-за того, что А, как я сказал, как вы сами видите, себя ведет экспоненциально, в большой степени, этот интеграл исходится. Это значит, что вы, так сказать, нарисовав пространство действительно, вот две достаточно удаленные точки, и посмотрев, вот как они ведут труса, окажется, что этих труса друг другом и не пересекаются. Это значит, что у вас и фактически, и это будет, кстати, основой вот для того подхода, о котором я буду рассказывать, это значит, что у вас, значит, достаточно удаленных точки, так сказать, они уже друг с другом причину связь поддерживаются. Так, вот и значит, вот я вам в этом смысле всю эту самую кратко тему для себя рассказал. Теперь давайте вам расскажу, почему это интересно. Ну, даже во-первых, как я сказал, это просто говорится пример компетенции этой самой квантовой теории поля в самом симметричном пространстве древних, потом есть очень большая сердце группа внешних среды. И поэтому, кстати, используется это отдельной темой, я просто после я скажу, что есть некая гипотеза, самодоцена, которая, значит, доказана, но она, правда, относится не к десетеру, а к антидесетеру. Антидесетер это случай, когда этот константа А' как бы является и мнимой, а поэтому А' квадрат оказывается отрицательно. Ну так вот, из-за, как говорится, такого большого, из-за такой большой
большой группе, ну, кстати, для тех, кто интересуется, это будет группа О, это самое О5, О5-1-Т. Его группа симметрии. Значит, а для пространства антидесерта будет О4-2. Что, оказывается, есть некая дуальность между теорией квантовой теории поля с гравитацией внутри пространства времени, антидесертами и конформной теорией поля на его границы, со сколько эту группу О4-2 она сама связана из группы конфликтных событий. Ну, значит, это форма, я вам хочу сказать, что это вопрос интересен из чисто физической точки зрения. Но однако вот я вам хочу сейчас сказать другое, что он интересен буквально из практической точки зрения. Что оказывается, что, так сказать, эта стадия, она выясняется довольно неожиданно, что она для Вселенной достаточно типична. И она уже и дважды встречалась в истории Вселенной. И вот я вам, давайте я вам в некотором смысле вам всю современную, как она называется, космологическую парадигму. Вот сейчас изложу, я вам сожму ее в одну строку. Это всю известную историю Вселенной, вот она и здесь сжата в одну строку. Вот, ну вот, то, как она пишется, и за счет пробного, в некоторой буквы, вот, как во всякой секретной надписи, ее нужно и расшифровать. Вот, значит, вот цветными написаны 4 стадии, я сейчас эти названия расшифрую, про которые у нас с одной стороны есть, так сказать, с эстетической точки зрения, есть четко разработанная теория, да, еще четкие предсказания. А с другой стороны, есть наблюдательные данные, и эти наблюдательные данные находятся в согласии с предсказанием умных. То есть вот эта часть центральная, она говорит, для нее космология находится в таком, как я бы сказал, в столь же надежном состоянии, как, скажем, физика элементарных частиц или самые теория конденсированного состояния вещества. Вот. Но другое дело, что, конечно, я, так сказать, заранее скажу, так сказать, для того, чтобы имели в виду, что нет оснований думать, что история нашей Вселенной ограничивается только этими четырьмя стадиями, что-то практически на звеньях было то, и что-то, и какие-то еще стадии будут после, и не то, что у нас не теории, которые предсказывали, я бы сказал, что скорее у нас есть избыток теории. Проблема в том, что нет четких однозначных предсказаний для эксперимента, и нет экспериментальных данных. Но в частности, вот я в процессе моих сегодняшних лекций, я в действительности постараюсь вот дать некие попытки на дырке, как все-таки немножко попробовать пройти вот эту сторону. Так, ну вот теперь давайте я дам вот и расшифровку того, что здесь написано. То есть, это вот, как я сказал, название этих статей. То есть в древе здесь течет как молния. И полагается, естественно, слева направо. Это характеристики этих стадий с точки зрения геометрии, с точки того, как изменяется масштабный фактор. Значит, я, значит, все, как я сказал, как следует из наблюдательных данных и согласующиеся
с ним диалектической картины, вот наша, наша сверхъестественная, или лучше сказать, наблюдаемая часть нашей, нашей сверхъестественной, а задача, короче, то есть здесь уж в пределах экспериментальных ошибок, а описывается вот одним из трех видов этих самых фридманских моделей, а именно фридманская модель, как вы видите, с постом двухмерного пространства. И вся ее динамика или история вот изобретена в этой функции, она бы удобнее пользоваться не этой функцией, которая, кстати, даже не, которая даже, как вы видите, не есть однозначно определена, поскольку всегда можно делать масштабные образования, да, ордена. Вот тут не пользоваться вот такой функцией, это уже в действительности более моятные функции, которые называются по диаметру хаба, которые, как вы видите, вот есть иллюзионическое производство вашего запаса. Ее значение в настоящий момент, в вот времени, это есть известное вам, по крайней мере, по заданию постоянных хаб. Вот, то есть вторая строка, это вот как на каждой стадии выглядит H как функция T, она, эта стадия написана следующая. Если вот теперь вот эти самые наши данные, ну, по полученные из теории и из экспериментальных данных, мы интерпретируем в терминах теория гравитации Эйнштейна. Это не значит, что я настаиваю на том, что теория, что уравнение гравитационного поля это есть именно уравнение Эйнштейна. Но их можно всегда интерпретировать в Эйнштейновском духе следующим образом. Написать все для любой геометрической теории гравитации, это теория, удовлетворяющая слабому принципу эквивалентности, то есть проведенным с колоссальным количеством, а именно, что все тела этих данных по поведению по полю двигаются одним пускай явлением, то для таких всегда уравнение гравитационного поля можно искусственно и записать в эйнштейновском ядвиге, оставив слева, в левой части уравнения эйнштейновский центр, тут то, что стоит в тех уравнениях Эйнштейна, которые вы считаете в все лишние члены, если таковы есть, вы просто переносите из левой части уравнения в и правую, и вот всю ту сумму, которая у вас образуется в правой части, вы в духе Эйнштейна обзываете эффективным центром энергии импульса всех идиотов потерь. Так вот, здесь написано, в стихе таки написано, а какая же будет эффективная структура центра энергии импульса у этой материи для того, чтобы по уравнению Эйнштейна он создал тот закон расширения за зависимость H как функция АТ, который следует из второй строки. Ну вот, теперь, значит, давайте займемся трешировкой. Значит, в первой стадии это начальная десситовская, или, так сказать, и квазидесситовская стадия, кто вам дал более точное определение того, что такое, что значит быть квази. Она, значит, обладает следующим методом. И в действительности оно написано. И вот здесь. Значит, я вам если напомню, давайте еще раз для меня предшествующий. Мы сейчас рассматриваем частный случай, когда трехмерное пространство является плоским. Это значит, что в случае десятиточного у вас закон масштабного фактора имеет
А квадрат квадрат имеет вот такую структуру, это значит, что вот эта самая моя бицеп постоянная h будет в точности константа. Вот это десятиточный. А квазидесятиком называется тот случай, когда h меняется, ну слабо. Ну слабо. И слабо по сравнению с единственным фамильным масштабом, который и в метке 10 3 есть, это обратный h, это значит, а математически это значит, что будет h с точкой и многомерчиком h квадрат. Вот это называется или квазидесяток. Или другая тема. Именно поле, которое мы считаем тоже, это уже применительно к инфляционным моделям, это инфляционные модели с медленным скатыванием, с медленным скатыванием скалярного инфляционного поля. А какое же нам нужно эффективное уравнение с состояние для среды, которая такой штуку и поддерживает, который вот такой квазиэкспоненциальный закон значения поддерживает. Опять-таки это просто следует из вот той асимметрии тензора Триума, которую я и дописал, что у вас оказывается, что значит эффективный тензор энергии импульса диагональный и его у него приближенно равняется и минус плотности энергии. То есть он и близок, хотя в общем случае не в точности равен космологическим постоянным введенным Эйнштейном. Так, это первая стадия. Она где-то на очень ранних стадиях, это немножко зависит от модели, но в общем типично на стадии, когда вот эта самая величина h была очень близка к планковским значениям. Я напомню, что сказать, планковское время это время, построенное из постоянной гравитации G, значит, из постоянной планка H или и скорости света. Это есть фантастически малая и величина, значит, порядка 10⁻⁴. Секунд. Ну, значит, а h, который есть, h, значит, будет по, значит, самый, и планковское значение для h будет соответственно 10⁴ степени герц. Так вот, значит, при очень большой, то все-таки заметных меньше значениях h, по крайней мере, на 5 порядков меньше, ну, а где если может и еще больше. Эта стадия распадается. То есть вот очень важно за венчание на счет этой первичной десятиковской стадии. Она же называется инфляционной. Это потому, что она и не есть точная и стабильная космологическая постоянная, да? А обязана каким-либо образом распасться. А то, как, в частности, и мы сами не могли бы существовать. И после некоторого промежуточного периода, который сам по себе очень интересен, в действительности является темой для очень большого числа работ, это называется период Инзагрева и Василия. У вас, значит, и возникает стадия Фридман
Вирман, Робинсон, Волкерс, Иртейшин, Терминейтед. То есть стадия однородной изотропной все изотропные, заполненные ультра электрической плазмой. Которые в действительности еще и высокой температуры. Вот, ну так вот, естественно, что на этой стадии как следовало ожидать уравнение состояния материи есть, давление равняется 1/3 плотности энергии, а закон расширение вот самый такой, что, кстати, если в терминах масштабного фактора, это как легко посчитать, соответствует тому, что масштабный фактор растет как корень квадратный из t. Вот. Теперь это стадия длится очень долго, и в частности на дне происходит первичный космологический нуклеосинтез. И уже относительно недавно при красных смещениях, наверное, помните, красное смещение плюс один, это как легко посчитать, это просто отношение масштабного фактора сейчас к тому масштабному фактору, который был в момент в Т. Вот при масштабном факторе порядка 3300, это из данных данных. Или исходите в терминах в древние, это примерно 10-12 степени секунды. Эта стадия меняется на, значит, следующую стадию. Робинсон, Волкер, Метта, Терминейтед. То есть стадия до пенирования материи. Но, помню, что обычно, значит, по слову Метта, когда говорят в Метте, имеют, как правило, есть специальных оговорок, имеют вне интересную материю. Вот. Кстати, здесь, то, что было вот здесь с тем, что могу сказать на предыдущих лекциях, давайте скажем несколько слов, значит, с чего это самое встретиться на это. Да, ну вот только эти слова, как и полагается, не из электрической материи, поэтому она оказывает, что у вас дотление попало жительно и благо меньше, чем плотность энергии, а сама по себе плотность энергии в основном находится в массе покоя частиц, умноженной на квадрат скорости света в соответствии с формулой Эйнштейна. Вот. А закон расширения вот такой, что соответствует термину масштабного фактора, закон расширения в t степени и β3. Вот. Значит, а действительно, скажем еще несколько слов по поводу того, что это самое за неэлектрическая материя. Значит, это оказывается, ну ведь, конечно, эту материю вносят вклад в те частицы, которые мы видим, из которых мы и состоим сами, это протоны и нейтроны, ну и, естественно, электроны тоже. Но оказывается, что и кроме этого должно быть примерно в 5 раз больше некоторых частиц, которые, значит, и ведут себя как пыль, но которые не участвуют в сильных слабых и электромагнитных и воздействиях. Это вот и есть та
темных и материя, про которую вам в частности рассказывал Питер. Да. Давайте я да, еще добавлю одно ключевое слово. Известно про эти частицы, значит, хотя они еще не открыты из земных опытов, мы, однако, про них знаем, два общего космонавтического материала, что знаем из чистоградационных опытов достаточно много. Вот, в частности, как я сказал, мы знаем, что они себя ведут примерно как пыль. То есть, в частности, как я сказал, их давление немного меньше плотности энергии. Более того, исходя из того, насколько они гравитационно скручиваются, можно сказать, что это темная материя в действительности ха-плотная. Что значит слово ха-плотная? Ха-плотная значит то, что их собственные скорости этих частиц, можно сказать, скажем, той скорости, много меньше тех скоростей, которые во много меньше тех, ну, и фактически в принятой терминологии гидродинамических скоростей, которые при амплитуде и внешних космических и гравитационных полях. А эти скорости по порядка 300 км в секунду. То есть отсюда возникает вот эти слова, что эта темная материя должна быть хаткой и водой. Более того, значит, глядя, значит, я вам еще такое хочу сказать, что вот я считаю, что вот эти слова, когда обычно произносят слова, как темную материю, темную энергию, вот начинают говорить о том, и загадочные, и необъяснимые и вот формы этой материи. Я считаю, что тут действительно. Я бы сказал, что основные точки и сырения в них ничего загадочного нет. Мы уже по них знаем. Да, достаточно и много. Загадочным является только, как говорится, связь астрономии с физикой элементарных частиц. То есть какое отношение. Вот эта форма материи имеет к частицам элементарных частиц. Я так тут довольно четкий, что прямого отношения она не имеет, то есть вот это за не есть какие-нибудь частички современной и стандартной модели элементарных частиц, но вполне может иметь отношение к каким-нибудь обобщением современной стандартной модели, в частности, к ее супер изометричным обобщением. Вот по этому, вот, так сказать, одним из наиболее перспективных кандидатов на роль этих частиц, которые составляют темную материю, является некая комбинация в действительности из тех частиц, которые возникают в суперсимметричных обобщениях стандартных
стандартной модели частиц, там, кстати, некая из тренинга, комбинация гидра, гидрина и других частиц. Поэтому есть, отсюда и возникает надежда, что это, во-первых, значит, эти, может быть, не буквально эти частицы, но какие-то похожие, можно и подключить, и можно обнаружить и в опытах, и в экспериментах на большом контейнере в церкви. Ну, а кроме того, действительно, можно, так как я сказал, что они говорится прямо в семи славах электромагнитных взаимодействиях не участвуют, но все-таки некоторые очень слабые взаимодействия есть, и вот самый такой процесс, что, в принципе, если самые две частицы черной материи, если они переводят друг из друга, они вполне могут аннигилировать, скажем, в частности, два и гамма-квант. И, в принципе, вот действительно, вот поэтому поиск всякого избытка какого-нибудь излучения. А обычно частица – это мало. Это может быть еще одним способом обнаружения этой самой темной материи. Но, говорится, пока что ситуация такая, я сказал, и непонятная. То есть вот действительно на что рассчитывали, вот в частности, вот я думаю, что вам когда-то рассказывал, тут тоже, когда, что говорит, вот этот самый в частности, когда эксперимент, который нам часто помело и запускали, то действительно была большая надежда, что обнаружится первичные антипротоны. То есть опять такое, что их нашли, что действительно избытка антипротонов нашли только то количество антипротонов, которые и должно было бы образовываться и вывозиться при столкновении и изменении обычных частиц, так называемые датычные антипротоны. А вот действительно, что нашли, значит, действительно в нашей гадатке есть избыток, некий избыток позитронов, причем как позитронов как низкой энергии, как с энергией тенгенской, которая обнаружена уже в другом случае, интеграл, так и с высокой энергии. Вот, но позитроны, как раз вы знаете сами, в общем, обрабатывать их очень быстро легко. И это, в общем, как говорится, генетическая масса асифизических механизмов для того, чтобы образовать эти самые позитроны. Поэтому, хотя, конечно, уже вот после этого самого открытия этого избытка позитронов, хотя многие попытались его прямо связать как-то с темной материей, я бы сказал, что пока ни одной хорошей модели на это еще нет. И напротив, есть довольно простые модели, скажем, объясняющие избыток этих позитронов за счет вклада нескольких достаточно близких нам поисков. Так, ну вот, значит, что можно сказать по поводу вот я действительно человек просто не нарисовал на этой оси, а где же на ней находится и временный момент. А он находится вот тут. То есть где-то к концу и где начинается эта стрелка. То есть мы с вами сейчас живем и вот сейчас тут, и сейчас вот происходит переход к следующей стадии, к следующей второй десятилетней стадии, которая замечательно качественно, конечно, не количественно, а качественно похожа на вот эту стадию. А именно чем? Что тут такое же, когда появится такое же соотношение H-точка, ну, меньше H квадрат, такое же примерно соотношение между эффективным и тюнингом
тоже не эффективности. Энергии. Я как раз и находит свое выражение, утверждение, которое вы можете встретить во всех статьях, то сейчас основной вклад, вы не слили более точно, примерно 70% в общую эффективную плотность энергии вносит совсем другой вид чего-то темного, который вот уже называется не темной материей, а темной энергией. То есть, как я напомню, разница между темной материей и темной энергией, что темная материя, она инерентивистская и имеет приближенное и нулевое и давление, а темная энергия, она интересная и близка, в принципе, близка и космологическая постоянно. Так, ну вот теперь, когда давайте вот мы сейчас сделаем 5-минутный перерыв. Still it's often somewhat masked
somewhat hidden by using different ideas, in particular that the surface model, the surface class of inflation models. A scaffolding few models they are called inflatable. In a scaffold it's called inflatable. In the case of in this primordial discipline stage, but it is called quint essence in the case of over present edge. So, as you see, just as I said, that's why you see that the investigation of the specific stage and what happens in it is actually not only from the period theoretical point of view, but also it is in just also the demand from astronomical and cosmological theory. Okay, so let's now think about the quantum effects in the dissipative, in the external effects, external dissipative space. And the most interesting effect, actually, I would say, the effect in which quantum field theory in the dissipative space-time is completely different from quantum field theory in the Minkowski space-time is just this anomalous growth. Anomalous growth of light scalar fields in the dissipative space. So now let's for the duration of the second lecture, we shall speak about perturbative effects. And we shall speak about quantum effects in the external space time. But still, these effects maybe as well called quantum gravity. So as I said, we shall consider so background. Background space-time, the background in gravitational field, it will be either in exactly the dissipative space-time or where was this more interesting, it was a dissipative space-time. Once more, as I defined in one of my previous slides, equality signal, it means that h dot is much less than h squared. Okay, so by light scalar fields, I shall call the case when m squared is much less than h squared. Or even more generically, because speaking about cosmological perturbations, we have to consider like also the case of unstable in the system, or better to say, better stable. So m squared may be even negative, but still, so it's better to say models of m squared in as much less than h squared. So this is the definition of what I shall call light fields. And in the case of interacting, in the case of self-interacting
And of course, as usually, I shall go by m squared. It means that is second the second derivative of its potential the difference vector scale. And the simplest I would say textbook example in which this anomalous growth shows itself in the most impressive way is the case of massive minimally coupled scalar fields. So let's consider the case m equals zero, h is equal to constant, and just as we see in the next slide, there indeed exists a kind of instability, there exists a strong particle creation. That's why I would prefer still consider not exact the syntax for all types. I would prefer to consider that this the syntax stage appeared at some moment of time. So this has come to be analogous to the I would say dynamic consideration of quantum electrodynamical effects in the homogeneous electric field. If you want in particular, if you want to consider what happens in the exactly constant electric field, constant from minus infinity to e plus infinity in there, then as we know there arise many paradoxes of many problems, actually even not only in quantum electrodynamics, but even in the classical field theory, that well-known example, that well-known question, what was the irritation reaction on the particle, on the charged particle moving in the constant, absolutely constant electric field, but as we all know, if we consider egalistic electric field, which is turned on at some moment of time, all this academic problem disappears. So that's why actually I would say that for this reason it's better to do the same with the sitter. In particular, the sitter space-time may arise as a result as an expansion from some more general solution for the gravitational or the Einstein gravity cosmological constant, in particular for the Hamiltonian which occurred at earlier times and at higher values for the Riemann vector. And so T0 is simply a moment when, in the course of expansion, the solution reaches the depth, in the system. Okay, and so, and another natural condition, the natural condition is, as we usually do, once more in the similar problems of particle creation in external electromagnetic fields is to introduce the adiabatic quantum, the absence of particles. But of course, we can define it only for sufficiently
for sufficiently large energies for both energies for which we have equals of condition. And then and for other modes is better not to try to define what is practical. Actually it's not possible. The answer
thinking about it, that you have the renormalized to have mass, the wave function, and also the coupling to the gravitational field. If once more, it's not the most interesting infrared effect, which I want to consider. Always ambiguity about initial state is in this constant, so even more it's not much interesting. But the momentum is sufficient to like n, where n is the number of defaults of far around the beginning of the equation. And so you see a picture, it occurs just due to the appearance of the scale here, and so then you consider the twice k squared, the number proportional to the k in power of minus 3, and then you integrate it up to the one of this scale. Usually you will just obtain this factor. So the statement is that once more, if you consider realistic initial conditions for this massless scalar field, then the statement that there is a snow asymptotically this is invariant vacuum, just the opposite this average value of twice squared will grow equal to it. The interesting point is that this does not refer to the energy momentum tensor, where at average the energy momentum tensor tends to be something. So the effect is seen only in the quantities which does not contain any special kind of activities. And it is of course it is straightforward to the general society to generalize this result of a small truth case when H dot is much less than H squared. Okay. So now what happens if we have some positive but small M squared? Okay. So if we have a positive but M squared, or positive M squared, but still less than H squared, then really indeed exist the dissipative invariant vacuum state, which is called the Popovich-Davis state. But once more, it is characterized that in this state, the average value of pi squared is the, it is finite, it is enormous reduction. So naively, you're speaking about m squared, naively, would one speak about m squared much less than h squared. So naively, one would expect phi squared over quarter of h naught squared. Indeed, on purely geometrical terms, and all those due to large energies, in particular, so of conformal anomaly, they are all of the order of h naught squared. But here you see that if I squared is much more than h naught squared. Even small. Even why I call it enormously large.
So once more, it's a, as I said, as I said here, it's a purely infrared effect, that it's all of it is a continuous creation of it is better just because this effect is mainly concentrated on scales much exceeding the Hubble irradiance. So in this regime, the producers actually it is seen from this expression for the part. Exists one once more if it appears that
it appears as an out state, and only if H naught is a constant. And what is the investigation? I shall give you some conflicts. So the statement is that in realistic inflation, it's an X. So H naught is not exactly constant during inflation, but slowly changes, actually instantaneous, by the same as the vacuum with this equilibrium, where instead of H naught stands H as a function of T, is actually practically inevitable, isn't it? Okay, well, before I shall speak mainly about scalar perturbations, which occurs and what happens with the scalar perturbations in the realistic case of inflation, the specific stage is not exactly stable. Let's say a few words about the problem, which is still not finally solved, and there is still ongoing discussion. Okay, and what will happen? Well, in a little bit academic case, when we have a quantum gravity with an exact a quantum Einstein gravity with an exact logical constant. So, stable, this is. Actually, once more, any approximations, first this was calculated even earlier than this just mentioned result for the phi square, and actually it's the same. And the reason is that, as was previously shown by Ivishuk, they have equations for a graviton in the background strictly speaking, the classical plan it was even much earlier shown by Ivishuk, but the equations for gravitational wave perturbations on the Friedman or Robinson the Cochrane pattern is the same as with in equation for a minimally coupled scalar. If that difference only appears in the quantum level, the difference appears only in the coefficient, in the normalization of the function. So that's why we obtained, and actually it was earlier, as I said, it was first obtained in that paper in 1979. We're speaking about the translated, so the case of exact dissipate. This is the space-time, it results in the following statement, but once more, if the dirigible was turned on at some point of time, he left this quantity, which is actually which invariant, it grows proportionally to the number of people. Actually, in my paper, I consider this a much more interesting case, when the static stage finally dedicates, and what I actually calculated was the spectrum of the gravitational waves after the decay over in functionally
in this stage. But still, much more. The internet took all the case of this, idealized case of the exact this stage. That statement is that still, though this effect is not locally observable, actually you cannot, adjust, as I said, adjust in the case of scholar. We have this circular growth in phi squared, in average value of phi squared, but we have only a finite shift in the value of momentum tensor. Just completely analogously, in this case we have a constant drift in the derivative of the metric itself, but no, but only finite shift in the evocative. Values like the end-range values of the tensor squared. However, what happens after the left ends, it happens that this H squared becomes equivalently infinity, and so our basic assumption our basic assumption in the consideration of the quantization of weak gravitational field, weak fluctuations of the gravitational field on the descending background, our main assumption that we indeed may consider deviations from the exact descending background, a small one, actually. It breaks down, so it is there's no more correct. And so I'm going to the discussion is not what happens in the exact problem. And actually different opinions. So at this level I would say that we have only opinions, not exactly part of this also. That what is the final state in the as I said, quantum Einstein gravity to a cosmological constant. So my one opinion in particular, which is expressed by Sasha Pozdrykov, is that this effect leads to local screening of the cosmological constant. My opinion is just there is no screening of the cosmological constant, only a finite and actually small shift. But instead, I suppose that in this case quantum Einstein gravity driven cosmological constant does not have a unique non-degenerate vacuum state, but instead an infinitely degenerate one, and this effect just describes a statistic for the infinite number of this vacuum it probably is secret, but you probably do a period vacuum. And why so? You want to have a reasons for such a perception. So this in some sense what what happens in spin E classes in condensed matter. And where this will be, and where this will be, is, and this will be my final slide in my second lecture. But actually, now it's a figure, but what happens in the classical gravity
Тем не менее, буду говорить не о коллекционных формах, а о скалярных
возмущены. Вот. А скажите, вы возмущение, знаете, вот тут у меня как-то, я уже могу в лекции добавить, что-то специалист. Я, значит, давайте я скажу, какую я рассматриваю систему. Я, значит, рассматриваю, что будет дальше, следующая система. Эйнштейнская и взаимодействующая с некоторым скалярным полем, с некоторым это скалярное поле минимально связано с гравитацией, имеет некоторый потенциал. Вот. Этот потенциал такой, как имеет некий максимум, но в районе этого максимума есть, так сказать, неустойчивое бессельсовское решение, если это максимум, если, скажем, у вас какой-то потенциал, вот V, там функция скалярного поля, если этот потенциал имеет какой-то максимум, ну вот в этой точке у вас есть ощущение, не в котором, как говорится, ну, нет приближения через константы, если он достаточно плоский, и соответственно потенциал константа, а тогда эффективно, значит, если поле постоянно скалярное, и у него есть потенциал, то в такой точке его эффективный тезерный гипнипус будет в точности космологическая постоянная. Вот. Ну, отсюда видно, что и она, как я вам только что объяснял, она не отрезвится за отрезвующие решения 10. Вот для такого потенциала это, конечно, неустойчиво, если его сделать очень полоским, то будет нестабильный, но в принципе я могу сделать его хитрый транспорт, я могу вот сделать маленькие изучки такие, и тогда вот тут будет даже неустойчивый диссидент. То есть я буду вот дальше рассматривать такую систему. Значит, в такой системе, кроме гравитационных волн, есть еще в облучении скалярные, вот они-то самые интересные. И их, они все, и за счет того, что нас интересует магнитика, как я сказал, в которой диссидент в конечном счете распадается, но в них ответ такой, что, как показывают расчеты по теории возмущения в такой системе, всегда возмущение скалярное больше. То есть это возмущение это из скалярного поля и, соответственно, связанное с ним возмущение продольной части гравитационного поля. Продольная часть гравитационного поля это попросту говорится и ньютоновский потенциал. Извините, а вот эти вот квантовые, они как бы с параметрами X никак не могут быть связаны, да, это же новое. Значит, это, кстати, давайте я здесь это попрошу. Я поскольку над этой тематикой диссертации работал сам. Значит, для инфляции, значит, для того, чтобы создать диссертацию стадию, нужна не устойчивая диссертацию стадию, нужна какая-то степень свободы. И она, опять-таки, для того, чтобы не наложить изотропию, должна быть это самая скалярная степень свободы. У нас что-то есть самое простое решение взять некоторые скалярные поле. Но это может быть и геометрическая конструкция, как вот в моей самой первой квадрат модели, о которой я, кстати, рассказывал на предшествующей школе. Вот, нужно некоторые скалярные поля. Значит, вот его, значит, как я сказал, в случае инфляции, оно называется инфлатором. Теперь вот действительно была высказана гипотеза этого, значит, года три тому назад без руководителя, а нельзя ли вот не вводить новых скалярных полей, а мы сделать нам уже для стандартной модели элементарных частиц нам действительно необходим Хиггс. Так вот, не начали этот Хиггс использовать одновременно, чтобы он был инфлатором. Но вот действительно новая была идея сама о том, что, так сказать, связать Хиггс с инфлатором и использовать тот потенциал тогда, не призвольный потенциал, а вот тот, который нам нужен для Хиггса, это самое. Фиксировал фактически скорбицу, пока это есть самый полноценный четвертый стиль. А вот этот вопрос был уже исследован раньше.
существенно раньше, и действительно тогда аспирантура нашего института писал спокойно, и оказалось, что для того, чтобы это совместиться с реальной амплитудой возмущения, вам необходимо, а если вы вводите этот потенциал и никак, какое-то новое скалярное поле, у которого вы самодействие можете брать каким угодно, а вы хотите брать именно то самодействие, какое есть у Хиггса, то это так это невозможно. А можно только в том случае, если ввести большую минимальную связь. То есть вот к тому лагранжану, который я сказал, значит, R плюс, значит, там, град фи в квадрате, минус потенциал от фи, еще добавить член кси R фи в квадрате. Причем кси должно быть большое, кси должно быть порядка 10-5 степени. То есть это модель с минимальным полем. Я их позвал сегодня и не рассказываю, но вот. Но интересно, что в приближении большой кси оказывается, что эта модель, в точности, ее можно переписать с точностью да, по малых поправок порядка обратности, она в точности сводится к модели к моей R плюс R квадратной модели. Что опять-таки уже на без связи с Хиггсом прекрасно за 2014 году спокойно. Значит, 501. Такая модель обсуждается. Второе, значит, эта модель должна быть большая и минимальная связь между скалярным полем и гравитацией. Ну, это не страшно. Но третий вопрос более тонкий. Оказывается, при этом возникает связь. Мне нужно учитывать не только петлевой потенциал, не только пропущение, не только движный потенциал, а и те гравитационные поправки к нему. Поправки не квантовые гравитационные, о которых я рассказываю сегодня, а поправки в стандартной рамках стандартной модели элементарных частиц, петлевые поправки. И это для чего? Оказывается тогда, что при заданном поведении потенциала на тех больших значениях φ, на которых происходит инфляция, а которые, в свою очередь, следуют из наблюдаемого спектра возмущений, который сейчас виден, можно получить ограничение, по каких массах Хиггса это проходит. И вот, значит, дальше пошла дискуссия, где действительно интереснейшая сама по себе возможность на основании опыта, который обсуждался до реального изменения массы Хиггса, что можно на основании чисто второй модели, на основании чистой космологии предсказать, в каких, по крайней мере, пределах дана лежать масса Хиггса. Но вот оказалось, что и, к сожалению, ответ пока что и непонятен. Ответ такой, что если считать только по древесному приближению замена и не проходит, но это, говорится, и внутренний путь в отличие от того. Если учесть однопетлевые поправки, то при измененном спектре космологическом возмущении такая модель могла бы работать, если масса Хиггса больше примерно там 135. Если учесть двухпетлевые поправки, оказывается, что эта граница появляется. Но вот дальше между разными и группами, в частности, между Гуновским и Боленским, и между Шапошниковым и Безруковым, там есть некие расхождения, там же и в деталях довольно тонких, как правильно перенормировать во мне вот такую минимально связанную через скалярное поле во внешнем гравитационном поле, из-за этого у нас некие есть расхождения. В частности, вот, они считают, что в учете второй петли там можно понизить массу, так сказать, допустимо в такой модели, до 126 граф, что уже очень близко к тому, что сейчас отмеряем. А у нас по
получается цифра порядка 130 тысяч, у нас немножко больше. Но с другой стороны, вы чувствуете, что только результат изменился в учете второй петли, так отсюда видно, что если учесть третью петлю, то никто не сказал, что результат не изменится тоже. А надо вам сказать, что третью петлю, так пока еще из-за сложности расчета, так пока еще никто почитать не смог. То есть, значит, та единичная сумма остаток, такая вот обсуждается, мы на ней работаем, но это проходит где-то сама модель, а именно вот таким словом, проходит ли гипотеза, что нет никаких других частиц, кроме частиц стандартной модели, и это уже достаточно, и уже из этой модели можно иметь инфляцию, эта инфляция будет идти на фиксе, а это такое, что мы, к сожалению, пока это не можем. Не можем дать четкого предсказания, которое бы однозначно связывало наблюдение космологических спектров возмущения самосветительства. И, к сожалению, ответ находится на самом крае, и видно, что он не устойчив как к детальному расчету даже двух петлевой партии и партии. Тем более неизвестно совсем, насколько будет зависеть от расчета. Так что в некотором смысле вопрос открыт для артистских всех, кто хочет в этом. Ну вот, значит, вот эти действительно, вот будем начать. Давайте опять вернемся к нашему более такому простому случаю, индивидуально связанному с камерой. Вот. Значит, ответ такой, что мы уже знаем, что скалярное возмущение больше. Это и есть действительно очень четкое предсказание инфляционных матрей, само по себе нетривиальное. Вот до инфляции были такие рассуждения общего типа, что если у вас был большой взрыв, то казалось бы, что там генерируются и все возмущения. Поэтому была такая гипотеза, действительно, предложенная землей Чапкиновиком, гипотеза равных распределений, что, так сказать, первичная инфляционная волна должна быть столько же, примерно столько. Вот. Ну и вот в частности.
если вот там еще одно свойство, ну, и не для всех моделей взгляда, а вот для тех, которые, для всех моделей и с минимальной связью, скорее, на пользу. Это соотношение, кстати, и не вот. Выполняется для фиксовской инфляции, поскольку, как я уже сказал, фиксовская инфляция требует не минимально связанного с коммерческим полем. Вот сейчас здесь есть предсказание, что отношение вот этих самых амплитуд, современных амплитуд, отношение амплитуд гравитационных волн к амплитуде возмущение должно быть по оно и однозначно связано и обещает, это наклон спектра мощности гравитационных волн. Ну вот, а это вот последнее, это уже связано с последними наблюдательными данными, вот дальше. И вот есть такое ограничение. Вот, но я хочу сказать, сейчас мы давайте, как говорится, ну вот сейчас я могу сказать, что вот это, тем не менее, поиск этих самых первичных гравитационных волн, это на основе, одно из наиболее интересных остающихся фундаментальных открытий, которые можно в космологии сделать, и его сейчас, соответственно, его продолжает вести, где-то еще эксперимент, сейчас называется Костейском эксперименте и Планк, и двухназемных экспериментах, там на одно на Южном полюсе, кстати, как говорится, такая, знаете, самая хорошая тема для этой самой майкистикской или бакалаврской работы для настоящих мужчин, ехать на полгода на Южный полюс. Но для общей теории, которую я рассказываю, вот следует важно, как я вам показал, даже для такого более модельного случая и пробного безмассового скалярного поля, и для гравитационных волн, в конце концов, амплитуда надо предоставить долгой действительности и инфляционной стадии, их амплитуда становится больше единицы. И уж тем более и более рано это происходит и для скаляния, и возмущения. Поэтому уже для скаляния, по отключению, удобнее отчитывать вот это число вот этих самых расширений, число дефолтов, не от начала, а реально-то мы можем измерять только то, что происходит и в последней стадии, на театре партии. Поэтому я, и вот тут я уже считаю отношение масштабных факторов в конце, инфляционных стадии какого-то помещения. То есть ответ такой, что нам после самого, так сказать, развития самой теории, ее последовательности, а также, конечно, желание знать и глубже, более ранней стадии, заставляет отказаться от гипотезы о том, что медику вот отрицают, как медику пространства десятера, точно плюс малые и возмущение. Вот. А теперь такое, что эту проблему можно обойти, не буквально сечить, то есть не просто посуммировать, условно говоря, все и главные не ничьи. Вот я сейчас я буду рассказывать, как это самое делается. Так, и вот это развитие этой теории приводит, в частности, вот к очень модному, вы можете очень часто видеть слова, это вечная инфляция, но ответ такой, что его нужно понимать с некой осторожностью, не слишком и буквально, что это, как говорится, в действительности локально, оказывается, и я вам потом начать уже, я бы послушал, вам рассказывать и вывести эти теории. Локально, конечно, вдоль нашей мировой линии в прошлом,
конечно, инфляция, инфляционный этот самый кубичный дефицит в эстрате, конечно, имела и начало, и конец. Однако она в некотором более, так сказать, высоком. И в философском смысле, действительно, можно сказать, что она не имеет начала, не имеет конца, в том смысле, что можно всегда найти куски, а примерно эти дефицитовства процентного единения, которые даже не обязаны обязательно сжиматься. Дело в том, что вот так выглядит здесь самый общий формы и десятые, я напомню, а он сказал, что это квадрат, масштабный фактор есть гиперболический курс, у него есть сжимающиеся части этого. То есть их можно, они всегда есть, они всегда их можно найти в пространстве и в плотине тоже, но и вне нашего будущего и прошлого светового и гнусоса. А отсюда, кстати, следует, что где-то в смысле, даже мы не можем сказать, как это было до, это уже было или еще будет, как вы знаете, вне световых кусок, прошлого и будущего нет однозначного понятия. И вынести. Для того, чтобы это. Значит, первое, что нужно, как я сказал, первое, что нужно, значит, снять условия о том, что неоднородности мозга. А второе, нужно вот, скажем так же, как это реально решение задачи разгадки стимула электрического поля и заграждения в нем пара, необходимо исключить, так сказать, то, который из этих пар и возникает, и его обратное, и при влиянии на внешнее электрическое поле, абсолютно это же можно сделать. И вот оказывается, действительно можно что сделать, и из этого оказывается, что из самофоновой метрики она действительно становится и квантовой тоже. Вот, то есть это делается вот проводится, что называется это статистической постановкой инфляции, или больше, так сказать, его называется статистической инфляцией, которая полностью заработала в таком целом виде вот, в моих работах 1986 года, но в некотором более упрощенном виде, но в действительности уже за рамками однопетрового. При приближении университета на уровне некого уравнения Ланжамена, это было уже в моей работе, значит, и такая, что, в общем-то, нам нужно решать вот эти операторные уравнения Эйнштейна, где тоже, значит, вот стоит тензор энергии, квантовый тензор энергии, вот этого самого скалярного инфантонного поля. И так это, пожалуйста, значит, ответ такой, что нельзя, это не есть приближение, то, что называется среднеклассического общества. И гравитация, есть такая полукосмическая гравитация. Полукосмическая гравитация – это вот что. Это в ней не считается Т-меню, а определенный как функции не оператора, метрики, а какого-то отсюда значения. И нет, вот. А теперь такое, что это не метрика. Это вот, значит, главное дело, это надо. То есть, если вы пожалуйста, вам говорит, не вполне разрешено поставить сходки соединения слева. И искал от этих уравнений. Но вот чего нельзя считать, это вот нельзя считать, что среднее значение этой штуки и среднее значение Т меню
рассчитанные по и последние метрики. Вот. Вот теперь давайте я расскажу, как это практически идет. И это в действительности, как вы увидите, это если это спектральное что делается в дырах, это относится к теоретической физике, это сводится квантовый расчет квантовых эффектов во внешнем и стахастическом поле. А все такого рода задачи, когда они встречаются очень часто. И в этом смысле гравитизация задачи вполне. И в принципе вполне интересно. Ну вот, теперь, значит, что мы делаем дальше в практике? Значит, это, значит, тут две главные идеи. Значит, первая главная идея, которую вы уже в действительности мы видели из того, откуда возникает это самое аномально большое значение отфи, оно возникает за счет мод, за счет длинноволновых мод. За счет мод, значит, у которых длина волны много больше обратного АА, или вот в терминах, как я напомню, что импульс есть вот это самое волновое число К, разделить на масштабный фактор. ТСА соответствует тому, значит, опять же, чтобы вы учебники знаете закон кратного смещения, что частоты смещаются обратно, частоты потока смещаются обратно по постановлению сообщения масштабного фактора. Значит, он возникает за счет длинноволновых мод. Поэтому действительно возникает идея разбить все, весь истинное поле. Значит, я напомню, что пока что это фия, хотя знак сверху скобочка и не стоит, это открыто. Значит, мы его разделяем на длинноволновую и каждую часть. И единственное, что нужно технически, чтобы получить ответ не только качественное время, а даже буквально количественное время. Давайте мы искусственно введем некую величину эпсилон, которую создавать приоделок, и давайте ставим эту границу не буквально на импульсе, значит, я напомню, это импульс диска, физический импульс диска разделить на А. Не по буквально равному ашу, а слегка слегка химичен. Но опять-таки эпсилон это влияет на примере, как это самое говорит, аксиология. То есть она должна из всех конечных результатов исключиться. А дальше мы честно записываем уравнение Гейзенберга для этой самой длинноволновой части. Дальше вот это самое фи, значит, дальше и под фи будет иметь в виду, вот, в частности, вот тут уже фи будет стоять только длинноволновая часть. Вот. Теперь, значит, мы честно расписываем уравнение Гейзенберга для вот этого самого длинноволновой части. Начинаю в нем опускать, как говорится, малые части. Вот тут мы используем условия того, что метрика меняется именно, что мы имеем и квазидесимскую статью, или это значит, что это происходит тогда, когда поле скатывается отсюда достаточно медленно. Это условие первое, которое я говорю потом это без стыдности еще раз покажу, что вторая производная пуля, то есть вы когда распишете вот то уравнение D Albertian φ плюс там V плюс V штрих от φ равняется нулю, и вспомните о том, что D Albertian является общим параметром. И в нем кроме члена φ две точки, еще будет член 3H3
H, T, H. И физтучка. То есть у вас расширение, расширение вселенной приводит как бы к появлению члена с физтучками. Уравнение, которое выглядит на первый взгляд даже как будто какая-то гигантскость, хотя практически никакой реальной гигантскости нет, это называется система остается возражающей гигантской. Значит, первое условие медленного схватывания, что можно члену с двумя точками пренебречь по сравнению с членом. Вот этот член. Вот он остался. Потом значит, вставая пренебречение, собственно, длинные волны, то можно пренебречь всеми пространствами и пренебречь. То есть вы опускаете член на социальность. И солнце сердце. Естественно, вы должны оставить чем из восьмых, то есть это самая классическая скатывающая система, но кроме этого оказывается, что если вы внимательно смотрите, вы возникает еще отличие. Значит, только чем сказать о том, откуда он возник, давайте я скажу, что я вот для общности это уравнение, наверное, перестал не только в терминах обычного Т, космического времени, а я вам его записал в терминах вообще целого набора и различных видов, которые обладают индексом N, Тау-N, которые определены следующим фокусом. А так, чем я это сделал, я вам сейчас объясню. Теперь, другое условие медленности скатывания, которое необходимо для того, чтобы у вас было еще не квазидеситривское или эффективное уравнение состояния было примерно давление гравитационного плотности энергии. Вам нужно, чтобы кинетическая энергия скалярного поля была мала по сравнению с его потенциальной энергией. А если это так, то у вас ноль уравнения Эйнштейна упрощается и приобретает вот такой вот это же. То есть я дальше, поэтому H, вот который тут всюду стоит, рассматриваем мой приближение, он всюду будет считаться однозначно функцией от фи. Теперь сейчас мы вот поговорим о том. Значит, прежде чем сказать немножко о том, откуда возник этот самый член F, давайте несколько слов скажем вот это, почему я все ввел в разные. Значит, это такое, что вот это самое разные племена, это они и есть просто преобразование в зрении, что будет в новое время на функции от старого. Это связано с тем, что поскольку сейчас вы скажете слово, что вот это вы преобразуете тау. Это вы преобразуете тау как функцию не только через t, а еще как функцию h, а через функцию от φ. А такое преобразование, это значит, что вы действительно переходите и к другому из случайному процессу. И фактически они из физической точки зрения разные, поскольку вам нужны, чтобы измерить эти разные в измерения, вам нужны разные часы. Естественно, эти времена никак друг не сводятся, поскольку, скажем, очевидно, что продолжительность инфляция в терминах, так сказать, в терминах фи, и физического времени, она, которая есть число, имеющее размерность в времени, оно ни в коем смысле не может быть равно числу и фокусу, которое есть в
вот, значит, они... И физически советуют просто вместо разных экспериментов. То есть, используйте разные способы для того, чтобы иметь локальную продолжительность стабилизации. Скажем, для случая космического волокнения, как это можно измерить? В принципе, еще самый, могли бы быть самый упрощенный до, я сказал бы, предел упрощенный вариант атомных часов, просто возьмите очень массивную частицу с массой много больше А, и измерите изменение фазы ее волновой функции инфляции. Ну, это можно. Хотя вы сами говорите, чувствуете, что число какая-то низкая, а пирамидская задача. Вот, теперь, вот, в данном случае, когда у меня есть один, вот как раз часы очень естественные, оказывается, вот как исследуют законы дельтен и формализм, который в действительности был впервые введен в моей работе более чем 82 года тоже, это, как говорится, это и есть с колями, соответствующими часами, как раз и является возмущение ими. То есть случае М1, то есть во время суммы 1 как раз и есть самое интересное, когда мы обсуждаем о возмущениях метрики, которые возникли после инфляции. Но я хочу упомянуть, что бывают часы и дронных, темных и древних станций. Но опять-таки для большего обсуждения этого вопроса смотрите вот мою статью с моими итальянскими. Так, да, опять я сейчас встречаюсь с моим. Значит, я подумаю, что они опять-таки вот эти, поэтому я, говорится, и в дальнейшем вам буду показывать формулы для изумного. Еще раз подчеркиваю, это они описывают разные физические процессы соответствуют различным физически измеряемым 2000. И иначе вот, значит, вернемся к этому самому F. Вот теперь вот, откуда возникает еще один член? Теперь вспомните, это уравнение было написано не для всего поля, а для его длинно-волновой части. А длинно-волновой части мы поставили барьер на неком фиксированном значение К на неком фиксированном значении физического импульса. Вот. А поскольку у нас каждая мода, каждая фоне мода в ходе расширения ее физический импульс падает, К остается постоянным, а растет, значит, К идет на А падает. Это значит, что те моды, которые мы первоначально, в момент начала инфляции, по нашей классификации, были бы высокой частотами, они в какой-то момент, через эту границу перейдут и дадут свой вклад, просто аддитивный вклад, вот в ту часть, которую мы обозвали длинноволновой частью. Вот это, то есть вот этот самый поток мод, мод из высокой частоты, части в низкочастотную, через эту самую границу, которая у нас поставлена фиксированным значением физического импульса, это и есть это самое. Это есть это самое. Это не то, что для высокочастотных мод можно одно из условий скатывания, одно из условий медленного скатывания, говорит о том, что вообще то, что m квадрат, или если быть больше точно, и модуль m квадрат, который есть в модуле под второй производной потенциал скорейного поля, должно быть много меньше, чем архимед. Вот, значит, это говорит о том, что для высоких частотных мод можно их рассматривать как свободное скорейное поле, свободное безмассовое скорейное поле. И вот опять-таки я уже вам это решение писал, я вам его написал. Но вот сейчас мы используем его для того,
чтобы его оценить на этой самой границе, теперь мы вот эту самую его оцениваем на вот этой самой границе, у нас просто возникает явная граница и выражение для вот этого самого, для вот этой самой функции. И функции. Следующий шаг. Следующий шаг состоит в том, что в действительности я в этом положении просто опустил. Поскольку эпсилон мало, это соответствует тому, что я уже в этой ситуации, вот это чем мало по сравнению вот с этим. И вот когда я уже писал вот не точное значение, а оставил вот только вот этот член, который мне действительно смотрит сейчас, я вот уже кое-что опустил. Я опустил малую часть, а именно вот так. Так вот, оказывается, вот за включательным фокусом, вот этого уже достаточно для эффективного перехода от квантового описания и классического. Вот это, в некотором смысле, то, что мы назвали моим обоспаласким, декогенетизация без и без декогенетизации в том смысле, что этот переход, он в некотором смысле и не зависит от того, как это декогенетизация. Дело в том, что я вот не спрашиваю, мы только опустили малое там от действительности симметрические просчеты к специально малое слагаемое. После этого оказывается, что в F входит только такая комбинация оператор А и АКСКА, а нигде не встречается и на другой. И другой комбинации со. Из-за этого, хотя формально это оператор, поскольку вот этот явный оператор стоит, он коммутируется, он совсем не коммутируется. То есть F коммутируется с точкой, коммутируется и с посредственными, и градиентами F, коммутируется с ну, то есть, и со всеми возможными. И течением. По этому оказывается, что можно вести эквивалентную, хотя я подчеркну, это, так сказать, член, когда был принципант, он так остался, но можно вести эквивалентную, случайную, классическую, эквивалентный классический шум, тогда легко по его коррекционной функции будет видеть, что он является Гауссовым, и является белым. И теперь, как говорится, раз у нас вот этот член имеет такую структуру, а из него в конце концов складывается и сам член, то естественно это же относится к фи тоже. То есть вот, значит, отсюда я стал прямой расчет, вот показывает вам следующую эту самую структуру коррекционной функции этого шума. То есть, значит, общая идея, вот когда в том, что не коммутирующая часть крупного масштабного поля очень мала, она составлена из так называемых падающих мод, и как только мы по той или иной причине мы эти, так сказать, поля опустим, то у нас, кажется, она и не то что равна, она эквивалентна ответ, в смысле вычисления. Okay,
признать Чини или некоторые из классических, что сказать, значит, Поначалу, как раз от классического и стахастического включения. И при этом
действительно, если это, если ты действительно вот буквально изжать из состояния, статистика. Это, кстати, забавное такое предложение, да. Если вы, скажем, вам сложно, если вам нужно считать, садиться высшие моменты от Гауссовых случайные и величины, да? А у вас, скажем, по какой-то причине, мне кажется, вам сложно, так как действительно для этого вам нужно было бы считать интеграл, да, с этой самой с функцией, с Гауссовой, с интеграцией, с этой степени x квадрат, а вы по какой-то причине, говорится, вам такие интегралы считать, говорится, сложно. А говорится, из другой стороны, говорится, скажем, вы, так сказать, большой эксперт в теории, как говорится, в квантовой теории, в поле, и вы, говорится, очень быстро умеете считать, говорится, очень быстро использовать теорему и твита для равновесия. Теперь такое, тогда, кажется, можно все, все классические интегралы для этой самой, все классические средние значения для случайной гауссовой величины. Можно, кажется, посчитать следующим образом. Вот вы вместо классической вообще величины, скажем, какой-то F, ее обозначаете как A плюс A плюс, там, или такой из двух. И вот, кажется, произвольно среднее значение f в степени n выделяется, ну, просто считать с помощью подставки и использовать интрига. Ну, значит, во-первых, так как у вас будет в точности эти же самые, а ответы, которые вы честно будете посчитать, вот, пересчитывая вот, интегралы, вот, значит, там, f степень n, там, f мера, и f степень минус, там, f квадрат, там, да, f квадрат, там, d, Это, если говорится, ответ такой, что вы в смысле, вот, так сказать, так можно, как говорится, квантовое, как говорится, представление классической и случайной. И причины. Вот. Но, значит, это такое. Но нам здесь нужно учитывать вот эту самую не тривиальность из-за потенциала, а по этому, конечно, если F это Гауссов случайно, то какая-то самая нет. Вот. И дальше так. Вот. Значит, четыре значит вдали нижнем я не вводя новых обозначений, я всегда буду под FFI иметь в виду вот эту самую эквивалентную случайную классическую вещь. Но не то, что. Так что тут переход квантов классический происходит не в том смысле, что квантовые вот превращаются в классические. В каком смысле они остаются квантовыми даже? В каком смысле эти двигающие возмущения остаются квантовыми даже и сейчас? Поскольку квантовыми были начальные условия, она как такое, что не с точностью до вот этой самой падающей волны, которая, кстати, для космологических масштабов имеет порядка 10 минус сотой степени, вот такой колоссальной точностью, они, кажется, не отличимы от классической, но случайной величины. Так.
следующий шаг для того, чтобы решать, значит, как мы написали в Америке, планжерин уже даже в контакте шаг можно написать и написать, и идти по равнению фокер-пак, но даже говоря в данном приближении даже нет. Отличие истинного, так сказать, реального
потенциала от того, который был бы в классическом мире, то есть в классической траектории с таким значением условия. Ну вот довольно большая дискуссия была, так сказать, нужно ли вводить из них показывать описание, но это опять-таки техники. Технически можно, значит, опять-таки замечание то, что, как говорится, в действительности, как и мой опыт, вот так, как и Игорь Иван излагает, и нет необходимости никакой искусственности показания описания вводить, а только просто есть величина, которая и не зависит от полной продолжительности дискуссии в данной точке, а есть величины, которые от этого действительно зависит, вот скажем, типа полного шифра, полной дискуссии около скаленного поля, который набирается за все время инфляции, но это действительно, это должно быть величины, построенные только из самого скоряемого поля, а не из его и близкого. Поэтому, в частности, они не появляются в возмущениях и ветвич. Вот. Ну, это некая опять, некая критика, опять это для вас, как мне представляется, может быть, не очень важно, это некая критика альтернативного пастора, который предлагается умножение о том, что это вероятность на объем. Но опять такое, что даже там не обсуждается детали физики, при этом по точной конструкции не удовлетворяет вот закону сохранения полной вероятности, то есть что интеграл открывающий гамму и единицы или даже хотя бы константы. Поэтому вот в любом случае эта конструкция не имеет смысла функции инспидирования. Я поэтому это просто никогда не использовал, а потом не столкнулся с возникающими при этом и сложностями. Вот. Так. Ага. Ну, значит, еще, значит, ответ такой, что при расчете того, что получилось, что нужно действительно использовать, если вы хотите сравнивать с наблюдательными данными, вам нужно использовать, так сказать, не просто так называемые категорические, ну, ветвичина о действительности общих вариантов. Разница между категорическими вариантами и общекомпонентами, что категоричные инвариантные определяются по отношению и к внешней ветви. А когда мы учитываем обратные влияния, как бы частично метрику, у нас происходит лица и смешивание возмущение и фоновые и истинно наблюдаемые ветвичины являются только те, которые общие как варианты по отношению и полные. Ну вот, ну теперь и еще противник за замечание точность этого подхода я отнесу вклад высоких частотных волн. И этот вклад, как следует после анализа вод, в частности, анализа того, что делает конфорная аномалия, он порядка h квадратного в среднем значении шрифт квадрате и порядка в четвертой степени в среднем значении
тезоэнергетическую. Поэтому вам либо нужно рассмотреть эффекты существенные, скажем, почки H квадрат, если вы обсуждаете эквивалентные такого типа. Или, так сказать, или действительно добавить вклад, добавить обычную через 100 грамм. А это, так сказать, интересно, поскольку его достаточно с точностью можно просто рассчитать, это просто одна первая поправка вот, а без массового минимально света с коллегом поля при этих идеях. Медведи и Ситер, которые уже давно решили. То есть можно это тоже легко сказать. Так, ну вот, теперь, значит, следующий шаг. Если ты сейчас шагов очень самый это все, значит, мы пока рассуждали о функции распределения, о чем мы сейчас будем вот, встречать уравнение квадрат, мы найдем некую функцию распределения. Этого самого скалярного поля в ходе инфляции. Но мы это сейчас делаем из изменений и сейчас после инфляции. И это скалярное поле уже давным-давно распалось. А мы, как говорится, измеряем распределение то, что мы измеряем сейчас. Это в действительности есть флуктуации продольной степени инфляционного поля, значит, а именно эффективно неудобность. Спрашивают, вот как это функция? Пересчитаем на то, что мы видим сейчас. Это первый. Это, соответственно, из двух шагов. Первый шаг такой. Вам нужно от распределения вот этого самого рока функции от фестивального поля и какой-то из наших временных введенных именно в ходе инфляции вам перейти к распределению по полной продолжительности. Значит, я еще раз напомню, общая картина, что из-за неодновольности распада, у вас распад происходит, если вы синхронизировали ваши часы так, что у вас инфляция начинается в один и тот же момент времени в разных точках, то есть пространство. Это может быть всегда. Но из-за того, что у вас происходит, так сказать, не довольно распад или исходить из теоретических физиков состояния вещества, у вас происходит переход фазовый, переход близкий к фазовому переходу в там робота. Вот у вас инфляция окончается в разные моменты, в разных точках пространства, и из-за этого полная продолжительность есть случайная функция от пространства, от ординат. Ну вот, значит, вам нужно прочитать функцию и распределение для вот этой самой случайной продолжительности инфляции. Ответ такой, что она дается, если вы нашли решение этого самого уравнения Фокер-Планка, она дается просто некоторым предельным переходом к тем значениям скалярного поля, на котором инфляция кончается. Вам нужно просто посчитать, говорится, соответствующие для данного уравнения типа диффузии всегда существует некоторый эффективный ток, значит, можно всегда его представить как дыро под это есть дивергенция некоторого эффективного тока, тока. Просто и величина этого потока на и границу, где инфляция кончается, и вот есть исходные распределения. Вот. И этим же способом, значит, можно исходя. Я вам рассказал, значит, с помощью уравнения Фокера-Планка мы получаем одноточное распределение, а можно соответственно считать и двухточное, и n-точное, и так далее. И в частности, этим же способом из двухточных совместного распределения и вероятности, то есть вероятности того, что в данной точке сцены, скажем, в момент того,
поле фи имеет значение фи 1, а при этом зуб этот и в другой момент там 2, поле в точке удаленное на расстояние r имеет значение фи фи 2. И зима можно вот этим временем переходом уже соответственно двойным по фи 1 и по фи 2, вот такой подключить такой, как говорится, уже двойной комбинированный и вместо функции испытания того, что в данной точке инфляция продолжает иметь продолжительный стал 1, а в точке удаленной на расстоянии R она имеет продолжительность стал 2. Вот. И следующий шаг, второй, а как из этого, из этой продолжительности уже перейти и к возмущению метки после инфляции и после того, как самое скоростное поле распалось. Это такое, это вот дается вот такой формулы, если первый по заключенной моей работе 82-го года тоже. Значит, это потом нужно пользоваться временем с индексом 1, то есть число и пункта, а именно конкретно. Это такое, что после конца инфляции Исаак Маркович, метрика представляет собой частный случай квази-изотопного решения Левшинца-Плотникова, где, так сказать, просто в этом частном случае ксиатер была полностью проверена законной функцией, а у нас теперь нет. Это и есть просто число полной локальной продолжительности и инфляции в терминах в единице того 1. И если мы умеем, как я сказал раньше, рассчитать для функции n, это все n-точные операционные функции, то, так сказать, ясно, как рассчитать произвольные n-точечные функции для уже один тип. Вот, значит, как происходит переход от того, что происходит со скалярной формой и инфляции, к тому, как выглядит метод как раз на то время после инфляции. Все, теперь, значит, вот в этом смысле я вам все описал, теперь давайте действительно рассмотрим в оставшееся время рассмотрим несколько конкретных показать вам, как это все будет работать. Вот рассмотрим такой спиральный симптоматерный случай вообще квантовой теории поля самодействующего скаленного поля, значит, пробного скаленного поля на фоне точного метода десятера, это было подобно рассмотрено в моей статье с Юка-Дьявой в 2004 году. Значит, в этом случае легко проверить, действительно, значит, у вас для произвольного потенциала у вас существует и равновесное статическое решение финангерами, которое имеет вот такой простой вид, это легко проверить, что у того фонтерпанка есть такое решение, то есть все считается. А отсюда, значит, можно прочитать произвольные лица и бинусовые функции. Вот сейчас, давайте еще более лица компетентные. Давайте вот в этой сваре взял вот такой лица потенциал. То есть там лица потенциал типа лица хикса. Ну, давайте, конечно, перекрыть хикс, давайте рассмотрим сколько все-таки положительное n квадрат. Значит, и вот рассмотрим такой режим, только теперь n квадрат много больше, а раз 0 квадрата, но все-таки, тем не менее, много больше вот такое гипотетическое значение. Значит, ответ такой, вот фи в квадрате имеет такую штуку. Первое, это то, что я вам уже писал, оно в следующих слайдах, вот это есть значение, то, что было для случая лямбда до лямбда обращается в ноль. Это аппетитовая поправка, это, так сказать, двух петель поправка и так далее. Для интереса, чтобы показать, где это расходится с приближением к аддитивным, буду сказать гауссовым приближением. И то же самое, что из 1 на n приближение к числу скорее на поле
по большому. Это соответствует тому, что вы все функции распределения всех операторов, которые у вас слиты, и соответствует всех эквивалентных статистических вещей. И вы считаете галстуком. В частности, здесь у вас слиться среднее значение от фильма. Четвертой степени вы пишете, как что это есть и 3 умножить на фи квадрат среднее и в квадрате. Как это следовало бы для галстука, собственно, две вещи. Ну вот вам один ответ такой, что вы говорите, ответ точно ответ такой, что вы скажете, идеи перпективы начинает отличаться от обедневого приближения, начиная с того, как вы двигаете. Теперь вот более такой критический случай. Это случай, когда у вас происходил, когда у вас, кажется, чекерт имеется, чисто он молится на данной четвертой степени, или за скрин квадрат, в частности, когда он квадрат обращается в ноль, то действительно для этого, поэтому действительно такой же объект такой же и для более общего случая, когда он квадрат становится ноль. Вот в этом случае оказывается, что теория в действительности существенно более простая, чем теория процесса Минковского. Если вы подходите на вторую теорию для Фибы 4 процесса Минковского, оказывается, что там нужно учитывать вклад сколь угодно высокий принцип Пильзи. Вот. А здесь оказывается, этого нет. То есть оказывается, значит, это вот пример, когда что теория квантовой теории поля пространства действительно может быть более простой, чем такая же теория пространства Минковского. И причина состоит в том, что все многопетлевые вклады, инфракрасные расходимости многопетлевых вкладов, все обрезаются на инфракрасную, на есть граница обрезания инфракрасной, это есть. Это же самое параметр. В частности, оказывается, что эффект того, что константы бегут из-за взаимодействия, вот учитывается в Кокенкос, вам слышно, что некие константы тут достаточно просто вот в зависимости от лямбды, как функция энергии из-за пяти, вам достаточно просто взять данные, как функция ошибки. Вот. А значит, это такое. Вот у вас, и вот и вы интересуете сравнение, чтобы у вас получилось по однопетлевому или однопетлевому приближению. Значит, это такое, что хотя оно... И, кстати, вот видно довольно забавно, что, так сказать, хотя однопетлевое приближение и не точно, так сказать, ну, чего следовало ожидать, однако оно не столь уж, кажется, не столь уж плохое. То есть ответ любите есть, то есть идеальная гарантия, но не столько математический. И вот, так сказать, самый противоположный режим, это режим делающийся, когда происходит на изучении силы, так сказать, режим статистики, когда М квадрат отрицательный, ну, так сказать, у вас есть и двухъядный потенциал, но все-таки все-таки скатывание безумеется, то есть у вас все-таки М квадрат и подумеется, а что же квадрат? И вот здесь оказывается, это место критической инфляции, он воспроизводит. Первое, это просто у вас произошло на учении силы двигателя, с каждой точки поля ушло либо в левый, либо в правый и минимум. Этот член, следующий член, который возникает, он описывает, есть однопетлевые поправки к этому. Но одновременно, если проследить, возникает вот такой потенциально малый член, а он в действительности, его можно было бы в такой чистый квантовый поле получить, в общем, этот инстантон. Сейчас вам расскажу, с помощью инстантона Кольн-Демос. Вот опять такой, что тот факт, что вот в том подходе, который я рассказываю, правильно воспроизводится инстантонный поворот, по папке не тот экспонент, я это вам уже простил, а еще коэффициент тут, который в любом подходе вам нужно было учитывать однопетлевые поправки уже к инстанту. То есть и это воспроизводит. Доказательство того, что стахатический подход, он, так сказать, есть
выходит за сумнение любого, конечно, числа пяти. Ну вот, так как я действительно только, как я сказал, что такое инфантоз-инфантоз-инфантоз-инфантоз-инфантоз, это то же самое, что десятистский шампион, то есть у вас, вы, так сказать, у вас поле находится в одном из минимумов, так сказать, и, ну, находится, когда мы рассматриваем случай М-квадрат отрицательного. Поле находится как раз и в максимуме, вне устойчивого максимума потенциала. А метрика уже, эвклидовая метрика, есть просто четырехмерная сфера. Но причем интересно то, что ее можно сравнивать с успехом писать в таком виде, а можно писать писать в таком виде. Это не есть две разных метрики, это есть одна метрика одного и того же эвклида, четырехмерно искривленного четырехмерного искривленного пространства, и причем обе эти метрики покрывают все лицо пространства. Но вот эта метрика, она как бы имеет только, если эта метрика имеет четыре явные четыре сантиметра, эта метрика с явными имеет только три сантиметра. Но, а то, что она, я подчеркнул, единственное изумение, так сказать, она столь же симметрична, и в ней из условия конической симулярности следует, что тау периодично вот с таким лицом претензом. И в этом смысле этот инстант имеет такую структуру, тепла. Тепловые инстантоны. То есть, это добавлено, что один и тот же инстантон, это я покажу, это не два раза, это один и тот же инстантон, его можно интерпретировать и как описывающий вакуумный переход, и как описывающий тепловые переходы. Но более правильно, вот в контексте циклического подхода, я имею прекрасно, что она описывает тепловые. И из того факта, что поле там находится, это не есть минимум потенциал, а на вот по максимуму, оно описывает вовсе и не подбарьерные пыльные древние, так, а попытки считают по всей инстантонной науке. Оно описывает как раз в случае, как говорится, обычной химии, оно описывает тепловую активацию, что из-за того, что как бы вы находитесь в квазиклассическом режиме, и можно вводить тогда понятие температуры гибнуться холодной, но после того факта, что данный инстантон вот имеет вот такой периодичность портала. Так можно сказать, что у вас просто поле из минимума, который находится, значит, при минимум, который взгляд, оно подскакивает на и вишен. Здесь это не такая, а
все. То есть понятие контингент относится только к идиотам и к всем римлянам, процессам. Вот. Ну вот теперь еще вам, так сказать, более интересно. Теперь вам, так сказать, более, вот я потом на замечательное текст. Вот вам, конечно, более интересный пример, такой вам, так сказать, можно рассчитать по этого подхода. Это вот такое, это, так сказать, полной вероятности уйти в ходе инфляции, уйти в разные цифровые. Это действительно имеет в принципе вот значение для всех вот. Для всех вот теории, которые мультивселенных. Это действительно, вот уже из того факта, что я вам сказал, я задержу свои интересы, вы помните, я вам сказал, что действительно можно выделить разные точки, и у них конуса будущего и не пересекаются. Это говорится пустой. А если теперь вы сделаете не устойчивый действительно, то вам, говорится, ничто не мешает, вот, так сказать, дальше оказывается, что будет дальше. Дальше, в некотором смысле, оказывается, что и после конца инфляции эти конуса и не будут пересекаться. И это, значит, приводит к тому, что в общем случае, вот такой вот такой наш, это же та же самая. Тот же самый Лагранжан, который нам описывал, как говорится, инфляцию, и который давал предсказания для, так скажем, в кавычках, относительно длинномасштабных возмущений, которые проведены на опыте, это же те поле предсказывают, что вообще говоря, кроме говорится, и вот наша сегодня, она находится, вот скажем, вот, инфляция кончается вот так. Ответность, плотность энергии, это равно энергии в конце инфляции. Это вот так одна вселенная. И где находимся мы, то вот есть предсказание, что есть действительно даже бесконечное количество и других постинфляционных вселенных. Ну и в принципе никто не мешает, если, опять-таки, это, конечно, отдельная гипотеза, что у вас есть разные модели физики элементарных частиц, вот если действительно это так, то никто не мешает тому, чтобы что здесь где они давали какая-то другая вещь. Но, опять-таки, самый упрощенный вам вариант изображения этой картины, что вот у нас инфляционный потенциал, где и инфляция, можно удовлетворять условия медиативного скатывания всюду, кроме малых ответственностей вот этих фигурков. То есть, вот, в чудо вот тут инфляция происходит, и она кончается, когда поле скатывается в один из этих вакуумов. Ну, а это поле, а теперь, в принципе, так сказать, можно считать, что, скажем, вот это поле шире, связанное за взаимодействием с разными какими-то другими частицами. И, в принципе, так сказать, тот факт, что поле скатилось либо сюда, или сюда, приводит к тому, что, так сказать, остальные элементарные частицы, скажем, будут иметь и другую симметрию. Ну, так, но это уже, если вам продумать, а что вот можно говорить исход, рассчитать можно, как я сказал, рассчитать вот здесь полной вероятности того, скатится ли поле, вот, скажем, вот этот вопрос, или вот. Ну, давайте вам опять скажу, как это самое делается. Так. Ответ, да, и вот тот факт, что инфляция кончается, вот как-то соответствует условиям поглощения, он тут соответствует тому, что вы считаете, что и конечные условия такие. И идея расчета, она, в общем, опять-таки, она примерно соответствует тому, что в теории такого рода процесса называется, по-английски называется, состояние. Первый, как это правило, но технически, значит, ответ такой, нужно вот сразу смотреть конструкции
такого типа, где функцию живот фитал, удовлетворяется уравнению Хоппера-Супербанка, и оказывается, что для всех такого типа можно было бы, хотя, конечно, явно, что в общем случае то уравнение Хоппера-Супербанка для произвольного потенциала наверняка, мы, конечно, их не можем, и даже через того факта, что после изделения переменного срока некому уравнению и Шеллинга. Опять-таки, с произвольным. Но вот оказывается, что можно получить аналитические выражения для всех конструкций такого типа. Значит, последовательно интегрируем уравнение Фортера-Планка. Сперва рассматриваем случай m равняется нулю, мы получаем вот такое, значит, замкнутое положение для функции у слоника, а потом более внимательно присмотревшись к нему, видно, что у него выходит некоторая константа, присмотревшись используется и внимательно, и используя вот эту формулу для, как я вам сказал, как переходить от распределения поля в ходе инфляции к тому, что возникает после инфляции. Оказывается, что величина со слоником не есть абсолютная вероятность пути вакуум 1, а 1 минус со слоником есть абсолютная вероятность пути вакуум 2. Вот, да, вот это вы понимаете, что, естественно, я сказал, что можно работать для разных времен, конечно, ответ на вопрос, который типа какой вакуум уйдет, они, конечно, должны быть для всех времен одни и те же, и действительно просто видно, что из него исчезло. Ну вот, то есть есть вот, кажется, пожалуйста, план аналитический один. Но его общая структура такая. Конечно, он зависит от отношения условий. Я, естественно, вот на что я не собираюсь комментировать, я не собираюсь комментировать, что можно однозначно сказать, какой будет начальный условий. Более того, я даже думаю, что начальное условие может быть не то, ну, практически почти только произвольным, и правильный подход состоит в том, не чтобы пытаться сказать, что может быть только такой начальный условий, такой другого, а правильный подход состоит в том, искать, как можно из наблюдательных данных сейчас, что можно в этом начальном условии сказать. Ну, без деталей ясно, что это более сложно, но не вполне это невозможно. И вот тот факт, что ответ зависит от него, показывает, что в принципе это можно сделать. Но для этого вам действительно оказывается, что вам, и к сожалению, то, что мы уже умеем явно измерять в исключении митинги, оказывается, что использовать нельзя, а нужно вот привлекать какую-то новую, еще пока не открытую физику. То есть вам или вот нужно знать, какие есть разные вакуумы, и тогда вот сравнивать предсказания. Ага. Или уметь измерять вот эти самые полные дисперсии вот этого какого-то нового легкого скалярного поля, а для этого, как я сказал, для этого это нужно уметь вычислять продолжительность инфляции в соответствующем в интервью, который у меня на рынке комнате есть равняется. Ну, вам еще, соответственно, этим же подходом на следующем шагу не рассчитываются продолжительности инфляции в произвольном в длине, и вот дальше, какие возникают вам ответы, вот продолжительность общей ответки структуры, опять-таки не вмешаем и в детали, то есть она вот как видно, строится из константы, а эти константы опять-таки структура, она это такая, значит, такая, давайте еще раз исследуем, напишите, вам нужно сперва считать вот такой интегралчик, условно. А потом, значит, зная эту функцию, значит, он определяется h как функция от фи, которая, в свою очередь, однозначно определяется за потенциалом как функция от фи. И начальным условием. Вот. А потом, значит, вам нужно еще его проверить. Интегрировать дважды, но, так сказать, это крыльцо на опять-таки, что такое крыльцо, такое есть. Вот. Вот дальше еще вы его и дважды, допустим, с устройством как-то проинтегрируете, и вот
вопрос. Значит, из этой константы С один, и ранее на предыдущем слайде окружение константы С, С сурика выпится по получается. Значит, если это более общее, значит, слова, чтобы вообще оказывается, все n-точные корреляционные функции считаются, но достаточно длинновидный ответ, как, так сказать, в виде двух интегралов двух энтропантов. Ну, отсюда видно, значит, общество. Я вот сейчас вам пока, значит, общему, давайте я вот тут несколько, значит, скажу, вот, значит, вот я сказал опять, что это уже более для специалистов, значит, есть способ, как определить произвольные n-точные функции, значит, опять такой, что он строится, значит, просто опять, не давай детали, опять, зная решение уравнения Фокера-Планка для одноточное измерение по этим формулам однозначно строится произвольные точные функции. Давайте я их закончу, давайте вкратце потом и выгодим. Значит, первое, что я вам хотел дать, я думаю, достаточно объяснил, что квантовые теории легких скалярных полей, где сикры очень отличаются от того, что я потом сказал, Минковского, и даже в некоторых субъектах, я бы сказал, четвертой, она более простая. Значит, это происходит в сильно рождении частиц, и есть эффективное обрезание во всех сетевых диаграммах. Вот, значит, нужно учитывать это самое обратное рождение частиц, и в итоге обратное рождение, поэтому мы фактически рассматриваем квантовую теорию поля не в фиксированном, а вот и в статическом поле. Значит, и как вы видели, я вам просто представил явные расчеты, что, так сказать, нет никаких проблем и в принципе для того, чтобы вычитать все точные культурные функции. И хотя, как я сказал, другие вселенные, так сказать, не наши колхозы существуют, и никакой надобности на них с платформы. То есть нет необходимости вводить какие-то телепорции о том, как эти другие северные устройства. Значит, вот. А но все-таки, чтобы пойти дальше, и чтобы измерить не последние стадии инфляции, а чтобы измерить начальные стадии, в частности, узнать вот эту самую вот с нуликом от пси, нам нужны какие-то новые часы, отличные от этих самых альбатических скалярных возмущенных и от лекционных волн. То есть охранение должности задачи физики элементарных частиц, в будущем нам эти часы, возможные кандидаты для этих часов найти. Ну и последнее мы за ничего не должны сказать, мы его просто скажу и не будут. Глядя на само уравнение, никакого естественного какого-то начального условия для него, кажется, нет. То есть, видно, то есть, в принципе, я считаю, что начальное условие мало будет культурно. Но из-за того, что оно столько раз посвят лет, оно так и не дважды, а то и больше раз интегрируется, опять оказывается, что вот это достаточно слабо. Но в принципе, тем не менее, принципиальная возможность иметь наблюдательные данные, по которым можно сказать, что было до инфляционной системы, я подчеркиваю, она и существует. Все. Нет вопросов. Дальше.